Здравствуйте, вы смотрите «Универ News», и сегодня в студии с вами я, Елизавета Евтифеева. Мы начинаем наш выпуск. Корпоративный университет КФУ начал свою работу. Они были там, где отгремела война. Студенты-поисковики привезли шокирующие находки. Мнения болельщиков разошлись. Кто же выступит в финале Кубка Конфедерации со сборной Чили? 29 июня ректор КФУ открыл курсы повышения квалификации для кандидатов на должности заведующих кафедрами. Это первая группа обучающихся в системе непрерывного корпоративного обучения КФУ. 29 июня состоялось открытие проекта «Корпоративный университет» по программе повышения конкурентоспособности российских университетов на примере практик Казанского федерального университета. Основная цель заключается, чтобы сотрудники университета могли четко понимать стратегии повышения конкурентоспособности. Основной костяк нашего университета все-таки это заведующие кафедры. Это люди, которые имеют достаточно большой опыт в своих областях, может быть, в какой-то степени по тем или иным причинам не были задействованы в реализации программ по конкурентоспособности. В то же время у нас достаточно много поступает различного оборудования, интерактивного оборудования, и эта площадка должна быть тоже, я имею в виду площадку корпоративного университета, центром ответственности для обучения, работы на всем том оборудовании, которое сегодня получает университет. Участникам проекта «Корпоративный университет» прочтут лекции ведущие сотрудники Казанского федерального. Учитывая то, что за вами трудовые коллективы, и принимая во внимание, что есть и основная работа, поэтому мы планировали, что это будет вторая половина пятницы задействована, то есть это три пары, и первая половина субботы, для того, чтобы было также комфортно вам работать. Данный проект стартует с обучения заведующих кафедрами разных структурных подразделений университета, которым необходимо пройти процедуру выбора в 2017 году. Заведующие кафедрами освежат свои знания об истории Казанского университета. Это один из компонентов корпоративной культуры. Идея Ильшата Кавказовича о создании корпоративного университета, она лежит сейчас в тренде современных тенденций в области организационного развития. У нас в России сейчас создано около 30 корпоративных университетов, самых крупных компаниях. И на самом деле это приводит к достаточно хорошим результатам за счет того, что сотрудники вовлекаются в процесс реализации стратегии. Стоит отметить, что в этот день обучение по проекту начали 53 завкафедрами институтов Казанского федерального университета. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Кого сейчас удивишь каникулами на берегу моря? А вы бы осмелились на путешествие в непроходимые лесные степи, где прошла холодная война и вокруг ни души? И пусть на первый взгляд это покажется более чем странным, представители поисковых студенческих отрядов продолжают открывать неизведанные страницы истории своего отечества. Что же удалось отыскать казанским поисковикам, узнавала Аделя Шемилова. Сезон работы Казанского объединения студенческих поисковых отрядов в самом разгаре. Детальное изучение военного пути – дело долгое и сложное. А находкам, которые удается найти в течение экспедиции, удивляются даже опытные поисковики. На счету студенческих поисковых отрядов экспедиции в Ленинградскую, Калужскую, Сахалинские области, а также Витебскую и Гродненскую области Белоруссии. Сейчас у нас идет самый основной сезон. Не так давно, в разгар майских праздников, завершился весенний сезон экспедиции. Так или иначе, отряды находятся сейчас на местах боев, работают. В июле, в августе будут очередные экспедиции, куда практически все отряды с республики уедут. Существует мнение, что в 60-х годах в степях, изученных молодыми поисковиками, работали военные отряды. Но почему найденные останки остались брошенными? Экстренные обстоятельства или чья-то халатность? Остается только догадываться. Находили с останками бойцов, на бойцах письма, которые они не успели отправить. Очень трогательные, очень такого теплого содержания и удивительно. Но спустя вот столько лет вот этот листок бумаги, истлевший, но все еще сохранившийся, его удавалось прочитать. И по этому письму находили родственников и возвращали, соответственно.
Вступить в поисковые студенческие отряды может каждый желающий. Но прежде чем начать экспедицию, придется сделать много кропотливой работы. Она включает в себя подготовку знаний истории Великой Отечественной войны. Особенно истории сражений и серьезная подготовка в области туризма, первой медицинской помощи, анатомии, военной археологии и техники безопасности. После этого считается уже новичками поискового движения. После этого мы выезжаем, конечно же, в первую их экспедицию. За последние 20 лет было проведено 180 экспедиций. Найдены и захоронены останки более 8 тысяч воинов Красной Армии. Установлены данные 1500 человек. И каждая экспедиция внесла значимый вклад в развитие поискового движения России и увековечение памяти о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз. Футболисты Казанского федерального стали абсолютными чемпионами России. Капитан команды КФУ поделился с нашим корреспондентом, через что прошли наши спортсмены ради заветного кубка. Буквально на днях в Санкт-Петербурге завершился чемпионат Ассоциации спортивных студенческих клубов России по мини-футболу, на котором была определена лучшая в стране студенческая футбольная команда. Северная столица страны приняла финал, приуроченный к Кубку Конфедерации 2017, так что можно смело сказать, что город на Неве на несколько дней превратился во вторую после Казани спортивную столицу, а гимн футбольных болельщиков и известные многим кричалки в поддержку нашей сборной слышны повсюду до сих пор. Какая же студенческая команда по мини-футболу стала сильнейшей в стране, а кто останется в аутсайдерах финала чемпионата АССК, уже давно не секрет. Мы в очень упорной тяжелой борьбе одержали победу 3-2, а финал, как уже по традиции, для нас сказалось очень легко. И мы финал одержали со счетом 5-0. Позади долгие тренировки и огромное волнение перед финалом. Студенты, вышедшие на финишную прямую чемпионата АССК России, прошли серьезный отбор и стали победителями окружных этапов. Возможно, в будущем именно они попадут в сборную России по футболу и дадут надежду миллионам болельщиков на долгожданную победу России в мировых чемпионатах. Лично только у нашей команды на финале были такие болельщики, которые нам придавали сил, поддерживали. И, может сказать, благодаря им даже эта победа состоялась. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. 28 июня в Казани завершились футбольные матчи Кубка Конфедераций. Атмосфера на протяжении игр царила невероятная. Это могут подтвердить болельщики, которым воочию удалось следить за напряженными матчами любимых сборных. Кому же удалось попасть уже в финал и какие сделали прогнозы болельщики о предстоящих играх, узнаете прямо сейчас. Сборная Чили в драматичном матче одержала сумасшедшую победу над командой Португалии. Исход матча решился лишь в серии послематчевых пенальти. Хотя за 130 минут игрового времени обе сборные могли неоднократно забивать и выходить вперед. Как бы то ни было, именно чилийцы сумели выйти в финал Кубка Конфедераций. Мы решили спросить у болельщиков, оправдались ли ожидания от прошедшей игры. И что ожидают от финала самого громкого события 2017 года. Чили должны были в основное время выигрывать, конечно. Но и так ничего. Ну, Чили просто быстрее играли, больше владели мячом, больше давили. Португальцы, как всегда, вторым номером пытались сыграть, как это они делали на чемпионате Европы 2016 года, но наконец-то у них это не получилось. Ну, не Португалии могу объяснить тем, что Чили просто сильнее, как мне кажется. Класс игроков, в общем, выше. Потому что в Португалии выделяется только Роналду, остальные как-то отстают. Рад, что Чили победили, они заслуженно выиграли. А как считаете, кто достоин попасть в финал? Мексика, думаю. Вообще, я бы очень хотела, чтобы Мексика вышла. Но я не знаю, я буду болеть за Мексику, но мне кажется, что у Германии больше шансов. Я буду думать, то, что пройдет финал Мексика. Чили-Мексика, я думаю, будет достойный финал. Не согласен, мне кажется, выйдет Германия. Ну, хотя Германия тоже сильный состав. Потому что Германия посильнее будет. Да. И все-таки ну, да, финал, я думаю, будет... Чили, Германия. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На сегодня это все новости. Наслаждайтесь каждым моментом лета и не тратьте время зря. До новых встреч. Пока.